Серия работ Untitled No. 1 примечательна неординарным подходом к съемке, что создает интересный визуальный эффект. Вот как бы выглядел мир, если бы мы все время боялись нашествия насекомых и ходили под покровом обычной противомоскитной сетки. По словам самого фотографа, изображения являются разделенными и пикселизированными. Ни один из предметов этих фотографий не имеет заметных элементов. Фон покоряет своей самобытностью, эти заманчивые яркие изображения удивляют своей богатой насыщенностью цветов, а размытие пространства позволяет додумывать то, что не отображено.